Не в обиду там игрокам сборной нашей, сейчас скажу. Когда, допустим, я приезжаю в сборную, сам по себе уровень, вот, возьмем, да, пример конкретный. Когда я получаю мяч от защитника, я получаю мяч в середине поля, вокруг меня никого нету. То есть у меня есть время там принять, даже плохо мяч принять, развернуться, посмотреть там что-то, побежать куда-то. Ну, то есть времени очень много. Но здесь такого нету. Здесь ты никогда не получишь мяч вот так один. Ну, а что, у нас не бьются? Бьются, но я думаю, что не на максимум. Ну, как будто бы есть... Типа, ну, устал, ну, я не побегу, наверное, как-то так.